Тот поезд, который уехал, это ездил с Риги на Айскроплы. А вот Леовард, это конечная остановка, тоже для некоторых электричек. И вот этот поезд сейчас отправится через минут 15 в Ригу. Тут магазинчик. Итак, всем доброго дня. Мы теперь находимся в Леовард. Вот это место, в советское время это был поселок городского типа. Теперь с 1992 года приобрел статус города. И это, можно сказать, одна из таких станций с наибольшим пассажирооборотом вот в этой линии Рига-Айскроплы, где ходят электропоезда. Хотя жителей тут примерно где-то 6 тысяч. И число жителей довольно стабильное. Вот у меня даже были некоторые просьбы специально, вот именно Леоварда, чтобы показал. Вот сегодня день сравнительно теплый. Хотя, ну, вообще-то, это весна не из теплых. И вот я решил сегодня, кстати, 9 мая, суббота, вот я решил сюда приехать, чтобы показать вам. Станция тут как бы небольшая. Там останавливаются почти все поезда, электрички и дизель-поезда, кроме экспрессов Рига-Резекне и Рига-Даугавпилс. Вот. Тут железная дорога имеется с 1861 года, Рига-Даугавпилс, это линия, но станция была в обоих войнах разрушена, и это строение построено заново в 1950 году. Зайдем тут. Ну вот видите, тут еще как бы по-старому. Даже акустика такая своеобразная, как в старинных зданиях. Вот тут касса работает, расписание. Вот, снаружи тоже расписание. Видите, электричек тут весьма много. Это расписание на Ригу. Вот сейчас будет 13:32 в Ригу. Вот. Вот тут остановки. До Риги отсюда 50 километров. Вот, тут есть автомат кофейный. И, кстати, в помещениях станции работает также и магазин. Вот как видно, до сих пор он сюда работает. Ну, я там внутри заходить не буду. Но видно, что магазин посещаемый. Тут велосипеды, машины тут были, сейчас уехали. Особо большой стоянки тут нет. Хотя с той стороны от железной дороги что-то там вроде построили. Ну вот, сам Леовард, это городок весьма сказочный. Он имеет историю. Леовард знаменита парками. Тут есть музей. Я надеюсь, тоже, если удастся это снять немножко. И она знаменита также и музеем Андрея Пумпурса, который был автором латышского национального эпоса «Лачпласис». Это сказочный национальный герой. Вот. Туалеты старые, новые. Ну вот сейчас отправится электричка в Ригу. У нее тут конечная. Вот какой старинный еще этот рампа. Thank you.
старинные тут, типа подвала. Там переезд. Сразу открывается. Видно, что люди, машины идут. Ну, в общем, люди идут, машины едут. Так правильно. Ну, в общем, постепенно можно сказать, что жизнь восстанавливается. Ну, хотя ограничения еще в силе. Вот с 13 мая там будут какие послабления. Можно будет там уже, ну, самое, там встречаться побольше. Хотя я сейчас вот с Юрмала ездил, там такая группа молодежи, где-то человек 10 садилась, и все там вместе. Даже в Риге они там ходили по торговому центру все вместе. Ну вот так. Вот это еще электричка видно. Прямой участок. Ох, ивицы тут. Ну, не знаю, сколько это правда или неправда. Вот говорят, когда ивы цветут, тогда прохладно становится. Ну, вот как раз в эти дни теплее. Ну вот, следующие недели ожидают в некоторых районах даже снег. Одуванчики, кажется, уже месяцы тут. Помните, я снимал 11 апреля в Даугавпилсе, там были одуванчики. Теперь 9 мая. Вот какие тут деревья. Дома. А это видно станцию с другой стороны. Ну, тут еще такой реконструкции не было, как во многих других станциях. В станциях уже есть высокие перроны. Пока еще тут нету. Ну, видно, со временем будет. Сейчас уже обещают, потому что если все будет нормально, то через 3 года должны уже быть новые электрички, Шкоды. Пилсева. Это улица Дворцовая. Так можно перевести. Вот по этой дороге можно дойти до Старолатышского дворца. Ну, реконструированного, конечно же. А вот тут прибывает дизель. Риге Даугавпилс. Это не скорая, он здесь будет иметь остановку. Ну, можно сказать, пассажиропоток в поездах тоже постепенно нормализуется. Вот когда я приехал сюда той электричкой, то перед Леовард было 70 пассажиров. Ну, это, конечно, еще меньше, чем обычно, но все же уже неплохо весьма. Вот, дизелек Даугавпилс. Какая тут интересная велостоянка. Такую я действительно первый раз вижу. Даже с крыши. О. Тут туристическая информация про Леовардский край. Вот на 3 языках. Вот видите, сколько тут мест. Вот это как раз то первое, о чем я говорил, это Леовардский музей Андрея Кумпуса. Там я был, когда учился в 7 классе, еще в советское время.
А вот это вот замок Улдевена. Это латышский, ну, древний латышский замок. Вот. Латышей 12 века. Создан на основе материалов археологических раскопок. Еще имеются руины средневекового замка. Вот. Вот парк. Там аллея, и тут аллея. Тут. Там эстрада. Вообще в Леоварде какая-то особая аура. Она как бы насыщена чем-то древнелатышским, так можно сказать. И тут даже отсюда уже видна река Даугава. Вот это такой как бы знак, что ли, как это можно понять, как птица. Видимо, на память орнитологу, писателю детских книг Карлису Григулису. Мне кажется, что я тоже в детстве читал его книги. О, тут везли автобус классный. И как раз вот примечательно. Вот тут уже виден дворец древних латышей. И Даугава. Ну, вот. Стена. Ну, это, видимо, двор. Ну, вот тут немножко видно. Да. Тут описи тоже есть, как они там были воины, которые это все защищали, ну и так далее. Ну, это, видимо, администрация музея. Вот, это еще издали. А тут, видите, что? Даугава. О, какая широкая. И тут корабль такой. Вот. Этот корабль называется Лиго. Это самый большой латышский праздник национальный. Вот. Вот видите, тут уже туристы пошли. Причем машина с Эстонии. Интересно даже. Вроде только с 15 числа, как границы открываются. Вот видно. Реконструкция древнего латышского замка. Вход платный, открыто четверг, воскресенье от 10 до 18. Ну, видимо, и сейчас тоже открыто. Вот машина с Эстонии. Вот видите, тут больше такая опись про этот дворец. И написано, что это единственное место в Балтии, в котором можно познакомиться с местожительством древнелатышского правителя 11-12 века. И что этот замок создал энтузиаст Агрис Лепинч. Вот она находится прямо у главной улицы. Вот эта дорога Рига-Даугавпилс шоссе. Вот какие знаки. Видно, что все тут имеет какую-то древнелатышскую ауру. Ну, вот тут как бы центральная часть. Основные магазины. Это кафе. Ну, в целом. Вот тут есть и дома побольше. Видите, как много цветов продают.
целом я хотел сказать, что город весьма-весьма зеленый. Таких многоэтажек тут мало. В основном частные дома, сады и цветы. Вот дома, если есть, то они вот типа такие. А это улица Аусекля. Аусеклес как раз автор эпоса Лачпласис. Вот эта улица в сторону вокзала идет. Вот, даже мастерская пива называется Пумпурс. Ну, может быть, кто-то знает знаменитое пиво в Латвии. Лачпласис. Вот автобусная остановка в сторону Риги и в обратную сторону. Вот расписание автобусов. Ну, ходят тут автобусы, но не особенно много. Ну, проходят тут больше, но не все тут имеют официальную остановку. А вот это, видимо, типа место для базара. Там раньше, помню, была столовая. Но сейчас там тоже видно, что магазин. Это Максима, литовская сеть, которая в Литве и Латвии очень много завелась. Вот, центр красоты Лаймдота. Лаймдота — это тоже сказочный персонал, супруга Лачпласиса. Видите как? Вот, бизнес-центр, улица Лачпласа и оптика Спидуалы. Спидуала — это тоже из того же эпоса Лачпласис. Это была как бы сначала злая, злодела, а потом в самом конце стала добрая. Ну вот это, видимо, бывшая центральная площадь. А тут еще вот что. Сад яблоней, видимо. Да, кстати, еще чем знаменита Леоварда? Это место, где очень долгое время, постсоветские, был колхоз, именно названием Лачпласис. И руководитель этого колхоза был очень знаменитый, именно Альберт Каулинч. Вот, этот человек прославил этот колхоз и прославил в том числе том, что устоял против депортации, что, ну, добился, чтобы отсюда не депортировали людей в Сибирь в 49-м году, и после построил действительно такой колхоз, который имел хорошие хозяйственные показатели и противостоял вот всем этим излишествам. Там во время Хрущева там заставляли там кукурузу выращивать, и вот типа вот всему такому он противостоял. Поэтому люди его очень-очень ценили. А вот сам музей Лачпласис — это вот еще несколько километров в ту сторону, где-то 3 километра. Так что, ну, Леоварда довольно такой по территории сравнительно большой город. Леоварда — это тоже сказочный герой. Лачпласис был как его приемным сыном. Он жил здесь, в Леоварде, согласно эпосу. Был дворец леовардский. Ну, вот поэтому и видно, что Лачпласис так тесно связан с местом Леоварда. Ну вот видите, тут уже магазинчики такие более попроще. Чем-то вот напоминает бывшие времена. Тут не только видно супермаркеты, но и такие маленькие остались. Вот это и есть Леоварда. Такой домик. И вот тут такое. Центр экспериментов и познания. Так, наверное, правильно.
транзитные грузовые поезда. Тоже тут ходят. Вот видно, какие сады тут еще из советских времен, помню тогда, вот в мае месяце, вот где-то по дороге там у ворот, там просто стояли цветы, нарциссы, наверное, и вот просто там, ну, 20 копеек, типа, что стоит один цветочек, каждый может сам положить денежки, вот так, по-честному. А так уже тут тихо и уютно. Вот железная дорога, улочка рядом и деревья. Но вообще-то мне нравится, когда такие ряды деревья. Теперь уже во многих местах уже, ну, старые дороги были такие с деревьями, теперь уже их вырубивают, но иногда остались еще. Ну, это у железной дороги немножко иначе. И вот электричка уже стоит. Тут леоварды, у нее конечная. Ну, вот как тут у железной дороги. В ту сторону Рига. А в ту в Москва. Да, это путь в Москву. Теперь в Санкт-Петербург. Ну, пока поезда не ходят пассажирские. Ну, надеемся, что они вернутся. Ну, вот и все. Посмотрели мы городок Леоварды. Теперь буду прощаться с вами. Всего-всего да вам хорошего. До новых встреч, до новых видео. Счастливо!